Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим автомобильную ксеноновую лампу от компании Philips на цоколь D2R мощностью 35 Вт. И данная лампа идет на 20% ярче от обычной стандартной ксеноновой. Артикул 85126XV2C1. В фирменной упаковке поставляется данная лампа. Эти лампы производятся непосредственно в Германии. В комплекте идет сама лампа и небольшая инструкция. Давайте рассмотрим поближе лампу. По виду это обычная стандартная лампа. Подключается на питание 12 вольт. При замене лампы нужно помнить, что голыми руками колбу трогать ни в коем случае нельзя. И менять лампу после того, как она полностью остынет, потому как при нагреве лампа достигает температуры свыше 200 градусов. Сейчас лампу подключаем на питание и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Лампа у нас загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Пока лампа разогревается, она может менять цвет свечения. Но в принципе в данной лампе он будет слегка желтым оттенком. При покупке на данную лампу обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.